Всевышний Аллах говорит: смерть — это истина. И мы непременно вкусим эту смерть, испытаем приближение смерти и тягость смерти. Смерть не только для грешников. Смерть — она для всех. Когда мы говорим о смерти, мы не должны думать, что она только для того, кто пьет вино. Мы не хотим пугать смертью прелюбодеев и грешников. Мы хотим, чтобы все мы задумались о смерти. Король умирает, амир умирает, имам смертен, хатыб смертен, ученый смертен, муфтий смертен, пророки умерли, сподвижники умерли, ученые умирают, проповедники умирают. Все умирают, я умру и ты умрешь. Душа выходит тяжело. Потому что твоя душа выходит из каждой клетки, из всех клеток твоего тела. Если тебя ударят по руке, тебе будет больно. Так что будет, когда каждая клетка твоего тела испытает боль? Ведь душа выходит из всех клеток твоего организма. Если твоя душа наслаждалась грехом и ослушанием Аллаха, мы забрасываем тебя камнями. И также, когда душа выходит, она выходит из каждой клетки. Это означает, что каждая клетка тела изначально живет по понятиям этой души. Когда выходит душа, все клетки тела страдают от этого. Но шахид ощущает смерть как укус. О Аллах, даруй нам смерть шахида на твоем пути.